хашлама по-армянски отлично готовится в мультиварке. Сочетание мяса и овощей, приготовленных в собственном соку, просто невероятное, это стоит попробовать. Идеальный вариант для приготовления в мультиварке – это хашлама по-армянски. Чтобы ее приготовить, крупно нарежьте мясо и овощи, налейте в мультиварку немного растительного масла и выложите ингредиенты слоями в следующей последовательности. Лук, морковь, половина помидор, половина баклажан и мясо. На этом этапе посолите и приправьте хмели-сунь или по вкусу, затем выложите слои перца, вторую половину помидор и баклажан, сверху посыпьте свежей зеленью, еще посолите и посыпьте приправой, тушите 1 час 20 минут, готовое блюдо украсьте веточками зелени и подавайте на стол, приятного аппетита! Досмотришим видео и я предложу записать список ингредиентов. Крупно порежьте овощи и мясо, налейте на дно чаши мультиварки немного растительного масла и выложите овощи и мясо слоями. Сначала выложите лук, морковь и половину помидор. Затем слой из половины баклажана. Далее выложите баранину, посолите, посыпьте приправой хмели-сунь или по вкусу. Выложите оставшиеся овощи, перец, вторую половину помидор и баклажан, посыпьте свежей зеленью, еще посолите и посыпьте приправой, водой, не добавляйте, в процессе готовки выделится достаточно сока. Ставим лайк и подписываемся. Включите режим тушения на 1 час 20 минут, готовое блюдо украсьте веточками зелени. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Баранина 500 грамм, помидоры 3 штуки, лук 2 штуки, болгарский пипец 1 штука, баклажан 1 штука, морковь 1 штука, пучок петрушки 1 штука, хмели-сунь или соль по вкусу, растительное масло 2 столовые ложки, количество порций 5. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь на скорую встречу на канале.